Физическое понятие, имеющее определенное содержание, но это развивающееся понятие. Я хотел как раз это показать. Во-вторых, это совершенно не идеал. Это не значит, что он настолько хорош, что дискуссии здесь не нужны. Нет, они нужны, и не так хорош этот план. Я думаю, что политические силы, которые участвуют в современном политическом процессе, несомненно, должны его корректировать, улучшать, указывать на недостатки, исправлять и так далее.